Привет, меня зовут Гуля Кузнецова, и мы снимаем один день из жизни Sky Sisters. Да, у меня два образования. По первому образованию я педагог по музыке, а второе образование я хореограф, исполнитель, танцор в мюзиклах. А работаю я в ресторане администратором и пою в ресторане «Рибай». Танцую в группе поддержки. Это школа танцев «База». Здесь занимаются все Sky Sisters. Мы сюда приходим как наш второй дом, практически каждый день. И тут у нас проходят наши тренировки, где мы готовимся к играм. Да, конечно, я местная. Понятно же, по имени, по отчеству Гульнара Кузнецова. Я местная, родилась здесь, живу здесь, в городе Санкт-Петербург. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя занимает на сборы, на работу? Ну, минут так 30. На хоккей, ну, часик. Расскажи про тренировки, как часто они бывают. 3 раза в неделю по 2 часа. Сейчас у нас новая система. Каждый из дней тренировок, первый час у нас посвящен мастер-классу. К нам приводят разных хореографов, танцоров, просто замечательных, с разными направлениями, учат нас танцевать, чтобы мы были не только группы поддержки, танцевали какие-то спортивные или хореографию, которую мы танцуем в Ледовом, но чтобы мы были разносторонние и умели танцевать все. А второй час посвящен очень часто именно репетициям танцев на СКА, связкам. Тренируешься ли в тренажерном зале и каким спортом увлекаешься? Нет, я не тренируюсь в тренажерном зале. Видом спорта мне нравится сноуборд. Насколько сложно попасть в группу поддержки? Какие критерии? Это не так сложно. Главное у нас уметь танцевать. Быть улыбчивой, приятной девушкой, не глупой. И стараться, еще раз стараться. Тогда ты будешь в группе поддержки. Много свободных девушек именно в основе команды? Половина. Половина свободных? Да. А вот тут твой ответ должен совпасть с моим. Да. Ну, ты из 30 сколько? Она сказала, есть. Из 30 сколько? Ну, для статистики. Понятия не имею. 5. Смотри, а те, кто заняты, они познакомились либо в школе, либо в университете, либо после университета? Я думаю, что большинство знакомится в свободное от учебы время и от работы. Вот. В универе редко, мне кажется. Процентов 20. Жалко, вы снимаете только нас. Вокруг здесь очень хорошая атмосфера. Ой-ой-ой. Мы только за кадром можем там. Только подсказываем. А как прошел твой день, с чего он начался? Я, конечно, все встала, приготовила завтрак для моего молодого человека, сделала все дела по хозяйству и прихорошилась и ждала тебя. А что нас ждет? Нас ждет увлекательная поездка до Ледового, вход в Ледовый, подготовка к матчу и сам матч. Это наш капитан группы поддержки Зорина Кристина. Это наша танцующая девушка Валентина. Часто вы так встречаетесь? Каждый раз мы встречаемся 23 человека и идем в Ледовый. Но мы подъезжаем к Ледовому, заканчивается наше интересное путешествие в метро. К сожалению, вы не видите его, но поверьте мне на слово, это было очень весело. Вот мы подошли к нашей раздевалке, где мы готовимся. Сейчас вы все увидите изнутри. Пойдемте. Привет всем! 4 года танцую, знаю практически всех. Вот. Репетиция музыкальная. Сегодня я буду в 213-м секторе, как и всегда. Это мой самый любимый сектор. У меня самые лучшие болельщики сидят рядом со мной. Всех знаю, все очень классные. Маленький секретный проход. И все, конечно, узнают площадку, где мы танцуем. Репетируем. Привет, привет! Ледовый! Здесь танцует маленькая сторона, миниатюрные девчоночки. Здесь наши девчоночки-модельки, которые повыше. Да, конечно, у нас танец всегда, как вы заметили, проходит по двум сторонам. Здесь у нас девочки, которые повыше все, а там чуть пониже, чтобы все было красиво. Я знаю, вы этого даже не замечаете, но вот так выглядит Ледовый перед игрой. Вот так потренировались, проголодались, теперь идем перекусим. Это еда чемпионов? Да! А чего вы так, ну, это же быстро усвоится, и вы опять захотите. Ну, мы же должны быть стройными, красивыми, подавать пример. Sky Sisters! Всегда врубаю свою музыку и пою здесь на всю раздевалку, завожу всех девочек. Девчонки, что я обычно делаю в раздевалке? А что, все, да? Рано выходим? Уже уходим. Через первую заходим только. Давай, 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 давай. Все, идем на трибуны. Задача вот всех людей заставлять со мной вместе болеть, побеждать, побеждать. Чем отличается у нас музыка, которая звучит на СКА? В общем-то, всем. Каждый раз это новые композиции, мы никогда не знаем, какая будет сейчас играть песня. У нас есть куча заготовок, и мы их подстраиваем под музыку. Это, кстати, одна из композиций, которая повторяется у нас всегда. Она звучит, когда у нас идет удаление игрока из команды противника. А что вы бежите? Мы бежим на танец. Пойдем по тайной пусть. Ска! Это второй самый лучший вид, когда игроки находятся так близко, и шайба летит тебе в лицо. А сколько играть? Минут 7. А что можно успеть за 7 минут? Отдохнуть, попить водички, подкраситься. Привет, Колечка. Привет. Вот мы на отдыхе. О, не наступите! Бывает и такое, когда люди слишком много кушают и приходят поздно на игру. Люди, пожалуйста, кушайте быстрее. Ты все время и пиво пьют. Бывает такое, что наши замечательные операторы дарят нам шоколадочки, а также наши болельщики дарят нам конфетки и говорят, что мы самые сладкие девчонки. Сейчас у нас происходит такое действие. У нас готовят лед для булитов. Поскольку прошел овертайм, но мы так еще и не выиграли. Но сейчас будут булиты, и мы точно выиграем. Вот так вот прошел сегодняшний мой день. Спасибо, что были с нами. С вами был Дима Широков и Гульча. Пока-пока!